Мы находимся в арт-студии Валерия Сосны на Рогалёва 9, помещении телетеатра. И сейчас у нас будет проходить не просто мастер-класс, а новогодний мастер-класс. А что именно мы будем делать, расскажет Валерий Иванович Сосна. Вот первонаперво, что вам нужно, как поздравить человека? Конечно, нужно что-то ему вручить. Приятное, на память, о новом, так сказать, начале Нового года. А это может быть... Сначала простой лист бумаги. Ну, простой лист бумаги, естественно, вручать мы не будем. Должно быть содержимое. А содержимое может быть тоже разнообразным. Понимаете, я вот посмотрел и думаю, ну что может быть? Я думаю, у каждого дома найдется какие-нибудь гвозди, какие-нибудь всевозможные гаечки, шурупчики, все, что хотите, понимаете? Даже вот я нашел здесь, Юлечка, вернее, мне предоставила такие вот гламурные звездочки, снежинки, даже изолента. Все это может быть... тем элементом, который может сослужить вам подарком. Сделав, вернее, от него изображение, это будет уже не просто вещь, а это будет маленький подарок. Заинтриговали, Валерий Иванович, я не представляю, что сейчас будет происходить. Да, вот что будет, я сам еще не знаю, но у меня такая идея родилась. Вот берем коробочку с шурупчиками, с болтиками, со всем содержимым. И давайте, Юля, просто возьмем и так их разбросаем. Это будут наши снежинки. Цикаво? Неожиданно. Ход. Потом можно подыскать, что еще найдется. Ну, какие-то там застежки, какие-то там зажимчики. Вот, Юлечка, ваши снежинки, кстати, тоже пригодились, которые вы мне так любезно предоставили. Даже бабочки. Ну вот, смотрите, давайте побольше. Потом это я нашел какую-то, не знаю, вот даже изоленты кусок. Можно часть ее даже размотать. Давайте вот так вот размотаем, как-то положим вот так. Что еще давайте добавим? Какие-то монетки сюда. В общем... каждый из зрителей может быть добавить все те элементы, что у него будут в данный момент в кармане. Вот у меня в кармане лежала мандаринка, но мы ее добавлять не будем, мы ее лучше съедим. Вот. И поэтому дальше что необходимо? Лист бумаги взяли, все, что под рукой, насыпали на него. Так, ну вот у нас получился какой-то неожиданный натюрморт. Я бы сказал, даже пейзаж новогодний. Теперь, ну, художник берет, конечно, кисть, а вы можете, дорогие друзья, взять, если у вас нет под рукой кисти, можно взять просто зубную щетку. Вообще, зубную даже расчетку, да, даже расческу, даже зубную щетку и все, что хотите, что у вас будет под рукой. Ну и главное, чтобы щетина была здесь немножко пожестче. Вот такой пейзаж мы с вами набросали из подручных средств. А теперь давайте возьмем любую краску. Мы делаем так. Мы начинаем набрасывать здесь фон. Закидываем, закидываем, закидываем наши предметы, которые нам, я надеюсь, уже не жалко, если они будут в краске. Я уже немножко начинаю понимать и догадываться. Да. То есть у нас, получается, наши приметы, они будут, по сути, трафаретами. Да, это своего рода получится у нас трафарет. Вот, и мы будем использовать с вами разные цвета. В данном случае сейчас я начал с более светлого. Теперь я сейчас возьму краску чуть темнее, возьму зеленую. Так. И продолжаю. Так, берем синий теперь. Добавляем немножко синей краски. И еще теперь добавим красной краски, потому что без красной, яркой краски, ну какая может быть живопись. И теперь в заключение все покроем белым снегом. Это, видите, все довольно-таки просто, примитивно, я бы даже сказал, с одной стороны. Поэтому давайте посмотрим, что из этой затеи у нас сейчас получилось. Вот мы набрызгали вот достаточное количество краски, и нам нужно подождать, пока она подсохнет, или можно сразу снимать наши. Вы знаете, это импровизированный трафарет. Все зависит от вашего темперамента. Вот не терпится, берите и все стряхивайте моментально. Вот, смотрите, какая получилась замечательная открытка. Ну вот теперь у нас получился с вами фон для открытки. Это только фон. Берем любую нам импонирующую краску. Я думаю, возьмем для начала синюю. И свободно от руки. Пускай это тоже будет непосредственно ваше ощущение, ваши возможности, вашего почерка, в конце концов, вашего характера. Косо, криво, но это будете вы. И здесь вы в уголочке можете расписаться. Просто поставить свою подпись.
вот с Новым годом и выделим главное имя. Вот, Юлечка, вот тебе такая вот импровизация, подарок на Новый год. Ну что ж, у нас получился вот такой замечательный, очень простой, очень легкий и быстрый мастер-класс от Валерия Ивановича Сосны. Милости просим.